Сегодня
представлять вам этот новый проект «Аккордеон Рок» в таком замечательном клубе, в такой почти в домашней атмосфере. Приятно, что вы передвинулись на первые ряды. Нам не так одиноко здесь. Но мы сейчас сыграем композицию, которую, наверное, нет смысла представлять. Вы, конечно же, ее узнаете. Ее просто невозможно было не сыграть. Thank you.
стоп аккордеон. А сейчас на сцену выйдет к нам присоединиться еще чудесный перкуссионист Йоэл Гонзалес. И мы продолжим тогда. Ну, конечно, сыграть Deep Purple на баянах дело, в общем, не хитрое. Там все само просится. Ну вот Led Zeppelin немного мудренее. Но мы попытались. Black Dog. Thank you.
Ну и сейчас еще одно произведение, некая попытка соприкосновения классического английского рока с сюрреализмом русской жизни. Это произведение разработал Сергей Чепурнов, заслуженный работник культуры, между прочим, втихаря от культурных дел, занимающийся рок-н-роллом. Это песня Beatles из альбома Abbey Road под названием I Want You, или She's So Heavy. Thank you.
Мы, конечно же, должны сыграть рок-н-ролл, и мы сыграем ее еще не раз. Сейчас мы сыграем некое подобие. Это песня группы Beach Boys. Но если на русский язык перевести название этой группы, назвал бы так группа Бичи. Итак, группа Бичи. Пиво идут отдыхать. Четыре тракториста. Семь трактористов, напившихся пива, идут отдыхать на Бугор. Один Жан-Поль Сартра лелеет в кармане и этим сознанием горд. Другой же играет порой на баяне Сантану и Везери Пот. Сантану мы еще сыграем вам. Везери Пот мы честно планируем сделать. Совершить невозможное. Но пока что мы сыграем вам всего лишь заппу. Он написал удивительно светлую мелодию, которая вполне подошла бы к какому-нибудь детскому мультику. А почему-то она только названа «Если воды станут черными». Но мы еще немножко кое-что приклеили. В общем, воды станут черными, когда на них прилетят злые птицы.
идет Оксана Короткая, моя, Сергей Чепурнов, моя, Евгений Стоп, моя, Гео Гонзалес, перкуссия. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, после чего появятся еще два парня и начнется настоящий рок. Наша атмосфера камерного вечера располагает даже каким-то... беседам о музыкальной критике. Но вот еще два парня. Сергей Никифоров, бас. Вот Стоп, барабан. Thank you.
Thank you.
формат аккордеон-рока, потому что это не западный хит. Но, в общем, это все равно рок. И это вариация на тему песни Исаака Дунаевского «Ой, цветет калина». Но эта песня посвящается нашей международной дружбе. У нас кубинский перкуссионист Йоэл Гонсалес. Песня очень кстати называется «Ой, цветет латина».
Thank you.
записали песню, одну из самых своих известных песен, I can get no satisfaction. Что значит, я не могу получить удовлетворение, то ли в связи с какими-то с личными проблемами, то ли, может быть, с какой-то внешней политической обстановкой, то есть внутри. Мы совсем сразу и с курсом доллара вообще. We can get no satisfaction for you. Thank you.
конкретно презентацию нашего проекта «Аккордеон Рок» проводить в джазовом клубе. И неужели в джазовом клубе не найдется музыкантов? О, здесь был Вовка Кожекин. Аккордеон Рок и джазовый клуб. Слово. Там еще гитарист где-то был. Пусть пока включает комбик.
Да еще один мега человек, это супер барабанщик Гарик Бардакелян. Thank you.
Федор Чистяков. Мы так всю ночь будем играть.
будем петь, но не петь. Будем петь по-настоящему народные песни. Народные песни нашей молодости. Это русские народные песни на английском языке. Русские люди, не зная английского языка, пели эти песни. Мелодия перла. Тоже сейчас будете это делать. Я думаю, вы будете это делать. Я думаю, вы отнесетесь с пониманием к нам. Вы нас поддержите, конечно же! Помогайте текст, он очень простой. Shine on you, crazy diamond! Вовремя орите, что есть силы просто, вот и все. Ноты не надо, мы сами споем, вернее. Я один, и то я ноты петь не буду. На баянах мы будем играть непонятно что, но не важно, главное же наша молодость. Всего лишь две серы, гениально, обалдеть. Thank you.
только разрабатываем это шоу. И, в общем, тут кто-то из нас, мы до сих пор не понимаем. Нет, стой, Оксан, стой, подожди. Дай проторчаться на паузе. Сейчас должен кто-то выйти со шляпой и пойти собирать деньги.
еще раз хочу интервью с Crazy Diamonds, этих сумасшедших бриллиантов, без обработки. Я просто не знаю, что делать. Давайте, работайте сами как-нибудь. Спасибо вам, аккордеон рок! Этот труп, он просто, он невозможно прикасаться, он такой горячий, он южный. Мы боимся его не заморозить, потому что мы все отморозки. Но что делать? Приходится терпеть. Спасибо вам! В клубе Козлова, джаз вам такой, давай. Слабо еще пока, но ничего, нам еще не скоро. Мы еще придем к вам. Всем стариков, ладно, девушка, коллектив.